я не знаю, мне тяжело что-то про игру говорить. Безумно стыдно. Вот. Не знаю, что сказать. Хочется просто прощения попросить у людей, которые за нас болели, которые сюда приехали. Будем разбираться, почему так произошло. Вот. В принципе, еще много игр. Надо идти дальше, сделать выводы. Понятно, что сейчас тяжело. Конечно, обидно, что такого не было никогда. Первый раз пропустили 6 мячей. Ну, дай бог, что последний. Да. Неприятно, конечно, больно для всех, но назад ничего не вернешь. Поэтому еще раз хочется извиниться перед людьми, которые болели, которые сюда приехали. Вот, больше ничего.